Ну а пока отдыхай. Приготовьтесь! Что мне сделать, чтобы от тебя избавиться? Это жвачник! Разбился твой трофей, изгой! Придется раздобыть новый! Хорошо. И еще раз. Есть! Быстрее, давай! Надо их догнать! Надо их догнать! Главное дойти до конца. Все дошли, кроме изгоя. Где она? Она была за мной. А я думал, придет. Ты последняя. Можешь уже не спешить. Победит Баст или Вала, но воином ты станешь, если дойдешь. Стой! Это старая тропа. Двое недавно погибли. Там опасно. Все же лучше быть последней, чем мертвой. Воу-воу-воу-воу! Ты что, чокнутая? Убьешься ведь! И дальше не будет легче! Это же верная смерть! Назад пути нет. Остановись. Не надо. Я не вижу. Да, стоп. Это не Вала. Ну, давай. Быстрее. Шевелись. Вперед, вперед. Ой, на старой тропе. Она свихнулась. Хорошо. Я их догоняю. Смотрите. Изгой их догоняет. Как она туда забралась?
Я готовилась к этому с самого детства. Этого недостаточно. Все должно быть идеально. Давай, ты сможешь! Она не победила! Она жульничала! Изгой стал победителем? Нет. Она не изгой, а воин. Ты смогла? Как и вы все. Осталось возложить трофеи на алтарь. Но Элой, прежде изгнанная, а теперь воин, стала среди вас первой. Огонь, пока наши не подойдут. Надо уходить. Там выход. Но под огнем не добраться. Мертвые не стреляют. Отвлеки их, а я подберусь. Баст! Баст! Ты с нами? Я с вами! Пошли! Давай! Много! Нам конец! Их не сдержать! Великая мать, помоги! Вперед! Быстрее бегите к тросу! Убейте всех, чтоб никакой им пощады! Сражайтесь! О нет! Берегитесь! Их все больше! Сколько их? Еще на подходе! Давайте, спускайтесь, пока можно. Вперед!
Обрати свой лик к солнцу, дитя. Нет! Сожгите все! Исполните долг! Повинуюсь. Она умирает. Туда нельзя! Это кощунство! Она должна быть рядом с матерью. Меня спас. Наверное, меня нашли и перевязали раны. Но почему тут никого нет? Где я? Моя одежда. Хорошо. Но где мой визор? А, вот он. Что? Я внутри священной горы? Но сюда же пускают только матриархов. Я не вижу тут своего лука. И поврежденного визора, который сняла с того убийцы.
Где они? Надо еще поискать. Здесь я его не найду. Я поймала какой-то сигнал. Наверное, поврежденный визор. Тот, что я сняла с убийцы. Он где-то рядом. Похоже на те руины, куда я свалилась в детстве. Это не Нора строили. Это все создали предтечи. Но зачем? Это что-то вроде топливного элемента. Интересно, от чего он? Вот он. И остальные мои вещи. Приостановить раскопки и проследовать цели. Избегайте контактов с дикарями Нора. Если вас заметят, убейте свидетелей. Вот изображение цели. Не подведите. Какой цели? С чего ты взял, что я боюсь? Через визор Олина. Как это возможно? Тогда быстрее. Я иду. Проводится опознание. Слушать теперь надо не Теда, а меня. Это ясно? А это откуда? И кто? Убить, потому что я похожа. Элой, ты очнулась. Так это вы? Скорее, идем со мной. Куда? Туда, где ты родилась, Элой. Хотите сказать, я родилась здесь, внутри горы? Проще будет показать. Мы думали, ты умираешь. Умереть возле матери — великая милость. Лэнзера была, конечно, против, но Джеза меня поддержала. Моя мать здесь? Я ее увижу? Мне трудно объяснить. Просто идем со мной. Она мать, как я, только с короткими волосами? Нет, ты заблуждаешься. Тебя родила не женщина, Элой.
твоя мать сама гора. Я... Что? О чем вы говорите? Идем. Что это за место? Великий зал. Здесь мать сразила железного беса и родила тебя. Элой, побоище на инициации стало лишь первым несчастьем. Воины, которые пошли за убийцами, попали в засаду и в плен. Какая связь с тем, где я родилась? Я надеюсь, прямая. Здесь мы тебя нашли. Мы услышали плач, пришли, а ты лежишь. Я лежала здесь? Да. То есть я родилась за дверью? Именно в это я всегда и верила, что ты явилась из утробы горы, что ты дар от богини-матери. Но другие, как Лензер, считали, что ты порождение темных сил. Не дар, а проклятие. Но... Это не богиня. Элой! Это дверь. За ней есть люди. Моя мать. Проводится опознание. Глаз богини. Ошибка. Альфа-реестр поврежден. Невозможно подтвердить личность. Нет, в доступе отказано. Нет, нет. Пожалуйста. Элой, с тобой говорила богиня. Она тебя знает. Вы не слушали? Она меня не узнала. Это из-за порчи. Богиня мне так сказала. Если ты снимешь эту порчу, она сможет тебя разглядеть. И как мне это сделать? У тебя были видения. Женщина с короткими волосами. Меня хотели убить. Из-за сходства с ней. Их сила слишком велика. Но, может, есть другой след? Олин. Это один из чужаков на церемонии. Убийцы увидели меня его глазами. Он из Меридиана. Тебе надо покинуть священную землю. Я всю жизнь была в изгнании. Мне не привыкать. Есть другой путь. Идем. Сейчас увидишь. Говорите, племя на грани вымирания? Что случилось? После побоища на инициации мы отправили за убийцами войско. Вернулось меньше половины. И как же так вышло? Убийцы были не одни. Они как-то подчинили себя машины, извратили их, свели их с ума. Так убийцы сбежали? Да. И теперь мои сестры согласны лишь петь песни искупления и молить Великую Мать о милости. Вместо того, чтобы самим искать спасение. А вы что предлагаете? Это и предлагаю. Показать тебе, где ты родилась, и отпустить тебя в путь, чтобы ты исполнила свое предназначение. Нас ждут высшие матриархи. Я сама с ними поговорю.
Она знает? Знает. Я показала. Сестры, богиня говорила с Элой. Она велела ей снять порчу. Но как она это сделает? Ей придется отправиться в странствие. Искатель? Так сказала богиня, значит, так надо. Избрать искателем — это отродье! Сестра! Не спорь, Лензра! Хоть сейчас! Это будет ваш грех, не мой. Отправьте ее на поиски и пусть не возвращается! Элой, священной милостью богини, мы провозглашаем тебя искателем племени Нора. Теперь ничто не помешает тебе исполнить свой долг. Да хранит и оберегает тебя Великая Мать. В добрый путь. Подготовлю все для песнопения. Мы надеемся на тебя. А что значит искатель? Это ты. А это твоя метка. Высшие матриархи в час нужды могут избрать искателя, достойного воина, который отправится на великий подвиг. И неважно, как далеко ему придется уйти. Даже за пределы священной земли? Да. И ты сможешь вернуться, достигнув цели. Или когда будет нужно. Я могу идти, куда хочу? Без ограничений? Даже в запретные места. В грязные земли, укрытые от взора богини. Или руины Железного мира. Ясно. Почему земли, куда не ходит Нора, зовут грязными? Это не ясно. Наша земля священна. Мы живем под присмотром великой богини, матери всего сущего. А за пределами лежит грешная земля или земля падших. Вот почему нам запрещено уходить отсюда. Но благословение искателя тебя защитит. А были еще искатели? Были. Но немного, и большинство из них так и не вернулись назад. Раст был искателем? Нет, не искателем. Что вы от меня скрываете? Сейчас не время, Элой. Может, в другой раз. Столько людей пострадало. Может, я могу чем-то помочь? Сейчас главное... исполнить то, что предначертано тебе Великой Матерью. Я понятия не имею, что мне предначертано. Так выясни это. Впрочем, если ты чувствуешь, Элой, что часть твоей задачи – помочь племени, так и поступи. В объятиях найдется много людей, кому нужна помощь. Что вы сделали с телом, Раста? К несчастью, от него мало что осталось. Но что нашли, мы похоронили там, где он тебя вырастил. И цветы посадили. Спасибо. Почему нельзя ходить к руинам Железного мира? Это скверные места, Элой. Страшные, грешные. Как и дети железа, их построившие. Когда они восстали против Великой Матери, ее гнев снес их города, но не смыл их греха. Над руинами витает их древняя злоба, пятная всякого, кто дерзнет туда войти. Но я была в таком месте. Внутри оно почти такое же, как гора. Не может быть. Может. Но мне просто не дано этого понять. Надеюсь, ты сумеешь познать истину. Так племя отправило воинов на поиски убийц. Да. Но их ожидало... засада. Немногие спаслись. Почти все они ранены. Где убийцы, знаете? Нет. Но спроси Варла.
Это воин, который охранял врата объятий. Он вырвался из засады. Он может знать. Наверное, мне пора. Отсюда отправляйся к вратам объятий. Поговори с Варлом. Он укажет путь до Меридиана. Если кто-то из Нора будет тебе мешать, дай им понять, что ты искатель. Хорошо. Спасибо, Тирса. Спасибо за все. Пусть хранит тебя великая мать, дитя. Люди Нора, скоро мы начнем. Очистите сердца. Сегодня мы будем замаливать грехи, которыми навлекли на себя эту беду. Когда раздадутся голоса матриарха, мы примкнем к ним в песне. Дождь смыл запах. Вон та девчонка. Она все-таки выжила. Она многих спасла. Повезло нам с ней. Откройте врата. Поговори с новым вождем Рэшем. Он на стене. Девчонка изгой ее. Не бойся, говори, я слушаю. Говорят, по объятиям бродит демон. Черная тварь касанием сводит машины с ума. Откуда он взялся? Прорвался сквозь врата объятий. Кто сказал? Варл и его стражи пытались его задержать, но демон силен и проворен. Чему вообще защищать те врата? Оборону надо укреплять здесь, в дозоре матери. Откройте врата. С какой стати я должен слушаться всяких изгоев? Меня выбрали искателем. Открывайте! Тебя? Искателем? Тирса и Джеза ополоумели? Сперва допустили безродную до святого обряда, а потом даже притащили внутрь священной горы. Они навлекли на нас проклятие, и теперь наши дети в каменных курганах. А где был ты, когда этих детей убивали? Когда гибли воины? Сторожил тут врата? Я вождь Нора, а это дозор матери. Верховные матриархи избрали меня искателем. Открой врата, не то мне придется пролить твою кровь. Чем быстрее ты уберешься, тем лучше. Что это? Тревога! Великая мать! Что он с ними делает? Подчиняет их. Безродная! Убейте их! Убейте их всех! Воины, приготовьтесь! Сегодня мы сразимся с проклятием! С демоном! Великая мать, дай нам сил! Сейчас начнем. Вот он. В атаку! Осторожно! Бегуны спешились!
как же она управляет другими машинами? В чем секрет? Ты их подчиняешь. Только как? Вот. Вот этой штукой. Она соединяется с визором. Так и я могу? Ну, попробуем. Если это прикрутить... Держится вроде. Проверим. Элой, как ты это сделала? Тэп, что ты здесь делаешь? Ты же швец, а не воин! Я пришел защищать дозор матери. Но такого увидеть никак не ожидал. Ты убила демона. Вырвала из него потроха. Я поняла, как он их себе подчиняет. Мне так кажется. Но нужно попробовать. Ну, на тропе, ведущей к вратам объятий, всегда много бегунов. Точно. Все равно я направляюсь к вратам. Мне надо найти Варла. Я всегда знал, что ты не такая, как все, но... Но что? Теперь, думаю, тебя послала богиня. Что бы Рэш ни болтал. Спасибо, Тэп. Мне пора в путь. Я знаю. Буду за тебя молиться. Воины! Нужно починить врата немедленно! Мне все равно, как вы это сделаете. Приступайте! Она слышала следующий план. Дело того стоило. Ты так ловко одолела демона? Нужно найти машину и посмотреть, как это работает.